Сыр – вкусный питательный продукт. Сыров множество. Твердые и мягкие, рассольные и сливочные. Все мы любим сыр, но не все из нас знают, как его делают. Микроскоп появился здесь не случайно. Только под микроскопом видны трудолюбивые подмастерья сыроделов, молочно-кислые бактерии. Их выращивают и передают на производство в виде специальных заквасок, особых для каждого сыра. Закваску добавляют в молоко, и добрые невидимки бактерии принимаются за работу. Под действием сычужного фермента молоко свертывается. Масса дробится на мелкие частицы, так называемое зерно, от которого отделяется сыворотка. Затем зерно перекачивают в формовочные аппараты. Здесь в вязкой влажной массе придается нужная форма. Но это еще не сыры. Чтобы сыр стал сыром, он должен созреть. Для этого нужны определенная температура, влажность, а главное – время. Покрытие парафином делает сырные круги совсем похожими на те, что мы видим в магазинах. Но пройдут еще многие недели, прежде чем сыр обретет характерный аромат и вкус. Все это время круги перекладывают, чтобы они не потеряли форму. Моют, оберегая от плесени. В последнее время применяется упаковка из особой синтетической пленки. Воздух из-под нее откачивается, и сыры уже не могут заплесневеть. Теперь их не надо мыть. Это высвобождает тысячи рабочих рук. Наконец сыр созрел. Ноздреватый, маслянистый, он так и просится на стол.